Об этом сегодня расскажу вам я, Виктор Травин, и мои коллеги, репортеры первой передачи. Никакого удовольствия не выражает лицо селянки Натальи. Инспектором попалась она верхом на мопеде. Алкометром побрезговала. Вы будете продувать прибор? И набежала на свет не то коммуна, не то братство, в общем, коллектив. Каких-то лесных жителей. Лесные жители? Да им палец в рот не клади. Берегитесь, люди в зеленом. Они срубают деньги. А что еще рубить в лесу? Рубите, женщина, правду матку. Хватит молчать, спасем лес. Зададим вопрос. У вас нет. Почему? Почему у нас дороги беспредельные в ямах? И почему у нас ДПСники стоят на дорогах, где хорошие дороги, и ловят тех, которые пересекают лесные дороги? Чего-чего? Кто в лес, кто по дрова. И только та самая Наталья. В ус не дует. Ну а первую передачу включайте в следующее воскресенье. Пока!